Молодогвардейцы и первоайские депутаты вышли на борьбу с мусором. Народные избранники продолжили череду городских субботников, которые идут уже вторую неделю. Какой район отправились преобразить, расскажем далее в сюжете. Они хотят жить только в чистом городе. 11 молодогвардейцев сегодня на уборке Первоуральска. На улицах Вайнера и строителей от них не укрыться ни одной банки, ни одному фантику. Ребят, несите еще мешки. Евгений Порываев на субботнике с молодогвардейцами впервые. В ряды общественников он вступил недавно. А вот традицию выходить на уборку города соблюдает уже много лет. Субботничать начал еще будучи школьником. Впереди лето и гулять по чистым улицам куда приятнее, уверен Евгений. Делаем город чистым, и чтобы было приятно на это смотреть, и люди брали с нас пример, как сказать. Это приятно смотреть, то есть когда выходишь на улицу, ни окурков, ничего подобного нету. Молодежи сегодня активно помогают и старшие товарищи, депутаты «Единой России» Наталья Воробьева и Светлана Титова. Вместе с ребятами они убирают территорию рядом с общественной приемной местного отделения партии. Район Вайнера строителей не единственный, где идут субботники единороссов. Депутаты совместно с волонтерами и молодогвардейцами охватят весь округ. Есть депутаты, которые работают в поселках, соответственно, они убирают поселковые территории. Другие депутаты у нас проводят субботник со своими предприятиями. Я скажу, что Новотрубный завод вот уже в течение 2 недель проводит субботники. Ну и также у нас есть депутаты, это главврач, да, Шайдуров Николай Григорьевич, который выйдет со своей больницы перебирать. В субботниках единороссы принимают участие уже 6-й год подряд. Депутаты и молодогвардейцы уверены, что это дает свои плоды. Год от года мусора после таяния снега остается все меньше, а значит, первоуральцы стали более сознательными. Мы видим, как аллеи, как городские парки преображаются и становятся чистыми, приятными, ухоженными. Конечно же, быть хозяином в городе – это видеть и наводить самим порядок. Уже 4 мая пройдет большой общегородской субботник. В нем примут участие сотрудники администрации и новотрубники. Планируется, что к 9 мая во дворах, скверах и на центральных улицах от мусора не останется и следа. Никита Нехорошков, Александр Захаров, новости, Первоуральск.